Приветствую вас в парламенте Латвии. Я очень рада, что наши отношения в последнее время развиваются хорошо и дружественно, чему свидетельствуют наши визиты на очень высоком уровне. Я считаю, это для Латвии было очень важно, визит нашего президента в Азербайджан вместе с большой делегацией сопровождающих бизнесменов. И мы надеемся в скором будущем увидеть и президента Азербайджана, что, конечно, будет опять свидетельствовать опять о уже другом шаге в направлении лучших отношений. В свою очередь, что касается парламента, то я, конечно, рада, что у нас создаются депутатские группы по сотрудничеству с парламентами, и уже создана группа сотрудничества депутатов с азербайджанским парламентом.